Всем привет! С вами Светлана, мама онлайн. И сегодня вы со мной весь день будете на работе. Оставайтесь. Сейчас приготовим водичку с вами, с лимончиком. И пойдем разжигать печь. Как только я прихожу на работу, первая моя задача — это распалить печку. Три дольки лимона. Пока это не выпью, вот это не начнем. Я купила прекрасные абрикоски, черешня, кукуруза. Печку. Так, сейчас там дрова сказал, что не женская работа. Настоящая женщина должна уметь все. И это... Покажу. Начинаем. Сейчас разгорится. Ну а мы с вами водичку попиваем. Кто-то у меня спрашивал, хочется ли мне кушать мясо. Нет, ребят, мяса совершенно не хочется. Иногда хочется сыра. Вот. И смотрите. А говорят, женщина без мужчины пропадет. Нет. Все хорошо. Все мы умеем, все мы можем. Берем, прикрываем крышкой. Первая моя задача сделана. А теперь пойдемте делать хлеб. Так, сейчас будем делать хлеб. Это тоже первое дело, что хлеб у нас двух видов. Ржаной и с пшеничной муки. Так, ставим. Хорошо теплая вода. Это 30 грамм у нас полицейской воды. Так, 330. Дальше идет столовая ложка. Столовая ложка дрожжей. Чуть-чуть еще. Дрожжи самые обыкновенные такие. Дальше. Сахара, ну тоже где-то столовая ложечка. Печки 100 грамм муки. Сливаем 100 грамм ровно. Это будет у нас опара. Немножко разогреваем, буквально пару минуточек, чтобы тепло было. Потому что если на расстройке, это очень долго все, у нас время утром очень ограничено, поэтому лайфхаки придумываем сами себе. Как говорит мой сын, читер, мама, ты читер. Так, буквально чуть-чуть. То же самое сейчас сделаем с ржаной муки. Потом рабочее питание нужно готовить. Вот так поставили. Тут чуть-чуть тепло. И закрыли. Из окна выключили. И ждем. Привет. Не забываем про воду, девочки. Пьем. Только я так могу пить. Меня
уже ждут. Прям медовые девочки. Вообще в Сочи очень... Абрикос очень невкусный. Это впервые я нашла вкусный абрикос. Так, водичку допили, начинаем кушать. У меня на завтрак 6 абрикосов. И все скушаем. Очень вкусно. Вообще лучше не смешивать. Особенно если это фрукты и овощи. Вместе не нужно. И даже если одни фрукты, лучше съесть одного фрукта чуть больше, чем много-много раз. Я так думаю. Очень вкусно. Девочки, я кушаю и бегу готовить рабочее питание. Что буду кушать на обед, обязательно покажу. Что говорить о детях, если здесь взрослый человек? 10 минут на работе и уже вся грязная. Абрикосы. Ох, и Светлана Олеговна. С чистым полотенцем за трупом. Не хочется всю смену ходить в грязном кителе. Ну и как бы переодевать еще совсем не хочется. Конечно, есть сменка, но все же. Надеюсь, будет нормально. Так, рабочий суп у меня готов, и уже время, сейчас пойдут заказы. Сели люди, так что я сегодня все успела. Куриный супчик, рисовый, много-много зелени. Так, добавили мы еще столовую ложку соли, 2 столовые ложки растительного масла и еще 500 грамм муки. А там, где ржаная, 200 грамм ржаной муки. И 300 грамм белой муки. Так, сейчас это все вымешаем, поставим еще раз проходить. Раз опара подошла, и один раз тесто должно подойти. Он стоит, теперь так подходит. Четыре минуты и 180. Жар пар 180, 24 минуты. Все. Так, накрываю хлеб мокрым полотенцем, чистым. Ну, таким хорошо выжила. Все. И до полного остывания. Корочка потом мягенькая. И долго не черствеет. Так, 1:30 и мой обед. Вот кукурузка. Вкусненько, девочки. У меня работы много, но кушать надо по часам. Пакет есть у нас? Есть все. Кукурузы, вот такой у нас салат. Помидоры и майонез без яиц. Тоже рецепт потом попозже вам покажу. На оливковом масле. Берем водичку из консервированного горошка с оливковым маслом. Все прекрасно взбивается. Такое вот продолжение моего обеда. Здесь нет возможности. Так что вот так. Продолжаем дальше.
пожалуйста. Такой лучок получается на украшение. Десерт из семенами чиа. Получается кокосовое молоко взбила вместе с мякотью и добавила для сладости финики. Вот самые обыкновенные финики. И все, сейчас я все перемешаю аккуратненько и поставлю застывать. Будут обалденные десерты для ребенка. И очень полезные. Ну а мы продолжаем дальше работать. Так, 5 часов вечера, очередной прием пищи. Вот такие у меня просто овощи с лавашом. Лавашек и порция овощей. Я думаю, это не последний прием пищи. Что-то будет еще более легенькое. Но чувствую, что до 6 часов вечера тяжело. Поэтому думала в 6 уже покушаю, но нет. Сейчас покушаю. В том 6 часов что-нибудь еще легкое придумаю. Может, салат какой-то, может, на гриле овощи. Вот. Так что вот так. Сегодня очень много работы. Честно, первый раз только села за сегодня. Все время попыхах. Самое интересное, что самое красивое не успеваю даже вам снять. Потому что чеки за чеками идут и все. Ну ничего. Я вам еще покажу свою кулинарию. Скоро выходной. У меня 6-7 июля. Планируем куда-нибудь отдохнуть, поехать. Тоже хочу с собой камеру взять, поснимать что-нибудь. Сейчас у нас все кушают. Ну все. Приятного аппетита мне. А вы не переключайте, досмотрите до конца. Я, если честно, испугался, думал, сейчас прослушаю, скажу, что мы типа не варят его. Thank you.
Выхожу я, значит, с работы отдохнуть. И смотрю, что наша пальма лежит. Вообще не знаю, ребят, что с ней. То ли из-за дождей напилась воды и ствол не выдержал. Вообще непонятно. Очень жалко. Такая красавица. Очень красивая. И лежит. Не знаю, может, завтра кто-то придет, это к больнице относится. Маленькая такая красавица. Посмотрим, что. Всем большое спасибо. До свидания. До новых встреч. Пока-пока.